Народ, мы прометелили Ростовскую область, Краснодарский край, Ставропольский край, всего минус 11 в ночь, Кабардино-Балкария, Осетию, которая Алания, мимо Владикавказа сквозняком, Ингушетию. И, наконец-таки, мы на месте. Это мечеть с самыми высокими минаретами в России. В общем, мы в Чечне. В гостях у Рамзана Ахматовича. Красота уже необыкновенная. Дальше мы заселяемся в гостиницу, и у нас будет время для отдыха, а потом мы идем гулять по Грозному.